Ну чё, готов? Ну ты стартуй, давай просто стоять будем, как бы на счёт 3 там побежим, типа. Ну чё, готов? Всё, побежали, да. Давай. Блять, всё, я сфейлился. Я уже сфейлился, короче, забей. Давай, ладно. Типа. Да ладно, ну ещё успеем, нормально, нормально, нормально. Нормально, speedrun forever, блять. Понятно, что там чувак за 11 секунд проходит, но мы же не жесткие. Ай, блять! Да какого хрена? Так, я что-то... Нет, у меня не получилось, я забыл, что надо с этим, с пистолетом бежать потом. Давай рестарт, короче. Блять, нет, второй, блять, да где пистолет-то? Так, Илья, я на месте, так-то. Я стараюсь, как могу. Сейчас, сейчас все будет. Стреляю ей в влагалище, давай, бро. Взлетай. Все, я прыгаю туда. Блять, я не могу запрыгнуть. Давай. Всё. Я уж сам туда скоро прибегу. Слушай, я забыл, а на чё джетпак-то включать? На Джей или на хуй его знает. Я в туалете. Еее, изи. Ну сколько? Секунд, наверное, минута. Давай, ну, давай. А не, тут ну... у нас нет плана, это я точно знаю. Подожди, а, не, мы тут... Помнишь? Джетпаком залетай вот туда, вот туда, вот туда, вот туда. И приноси мы... карточку ко мне сюда. Давай, давай, бери, она как там в шкафчике. Это? Да в шкафчике она! Она не берется! Что значит не берется? Ну значит она уже взялась, иди сюда, заебал. Нет, эти педрилы бегают, а я когда жму Е, она не берется, она закрывает. Сейчас, 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 подожди. Все, взялась почему. Она сейчас взялась. Беги я сюда, лечу, лечу, лечу. Вот, давай сюда вставляй. Вставил? Нет, нет, ты ее должен. Да, да. Я умер, умер прям перед понял. Тобой. Лети, я тебя жду. Блять, как лучше. Зачем? Я тогда не понимаю, зачем открывать с той стороны, типа, если это все равно, ну, ну, типа, все равно уже все открыто и видно. Ну вот я взорвался с этой стороны, но а в чем понт, если все равно мы могли залезть? Ну, то есть все равно карточка нужна. Короче, я маленько не понял. Надо пересмотреть. Мне кажется, все-таки он без карточки это делает. Да, по-моему, тоже. Но он вообще это все делает по-другому. Так, да, немного. Открываю, давай. Давай, ёпта. Все, я умер, Илюха. Хорош, хорош. Я успею. Оп. Сел красную. Давай, давай. Давай, даю немножко. Тут пишет какое-то нахуй 3D. Ебанутый, блядь. Просто у вас 3D очков нет, вы оденете и как бы нормально будет. Да, чё, а, да клоун без 3D очков смотрит, думает, да, и думает, что это не 3D, блять, я представляю, как хуя. Стартуй. Раз, два, три. Три, всё, изи. А чё я? У меня шифт не работает. Ну нет, блин, мэн, только не шифт. Я его убил, всё, давай. Так шифт-то не работает, но я уже не запрыгнул с первого. Ну, у меня уже работает. Окей, уже работает. Почему-то сначала он не хотел работать. Попытка не очень. Нормально, нормально. Дальше на следующих уровнях отыграемся. Ну, в том плане, что... Это же единый процесс тут. Влагалище, Илья. Хорошо. Хорошо, идем. Влагалище открыто, и двери все налиты, и девочки танцуют до утра. Да, да, да. Хорошо. Срота, та 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 та. Ты это сделал без карты, да? Да. Все, красава. Когда бы я успел ее взять? Та 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 та. Ты типа спидранишь на месте стоит? Блять. Так. Беги, беги, беги. Ныряй там в бар. А, ты не будешь в бар нырять, чтобы карточку взять, ты не откроешь так. А я не знаю, где карта просто тут, тут. Блядь, я уже там... взял ее, я сейчас приду. Давай, открывай. Пусти меня! Давай, давай, давай. Открывай его!
Блять. Ну вот так, прекрати жать. Меня убили. Прекрати жать, блять. Я один раз нажал, вторые два раза ты уже. Да хорошо, хорошо. Ладно, давай отработаем просто этот момент. Типа не уходи. Ну, я уже смог открыть эту дверь, это уже прикольно. Цветпак у меня просто пропадает, то есть вообще умирать нельзя, типа. Да. Ну, если запрыгивать туда, то это просто полный пиздец. Блять, ну это даже не знаю. Нет, спрыгивать забей, там с инсой, с этим, я не знаю, как они вообще четко это делают. Мне кажется, это столько тренировать. Даже влететь туда с джетпаком, это уже проблема, да. Беда, но запрыгнуть я вообще не знаю. Только убив всех у меня это получалось в детстве, и то 50 раз приходилось прыгать. Да, та-та-та. Вот я сейчас попробую с первого раза прыгнуть. Да нет, ну не, забей, тут типа на эту стойку тяжело запрыгнуть, они еще мешают, типа. Сейчас, блин. Надо грузить, да, из джетпаком все это дело. Ну ладно, давай. Опять заново. Ну, блин, она же первый этап. Ну за сколько мы секунд можем его пройти, мне кажется, вообще. Ну мы где-то за 25 проходим, если не больше. Мне кажется, мы тратим 36 даже секунд. Где-то. Ну он на второй этап 36 тратит, если чё. Окей. На первый он проходит секунд за 8, но я так и не понял, каким образом, что он там за чит использует. Типа я максимально короткий. Я опять, но я сейчас не был в альтабе. Грузи опять. Типа, не знаю, это не за альтаба. Да, тут что-то меня тоже полагало. Может быть, ты был в альтабе? Нет, я не был в альтабе. Ну... Типа, первый этап... Во втором этапе, короче, я взламываю код, ты уже тогда... В доме, не знаю, бери карточку. Ты просто там стоишь, ничего не делаешь. Да, вот тут как бы моя роль непонятна. Мы же можем как-то на двоих сократить еще путь, но мне не ясно. Не работает. Убивай его. Окей. Блять, я застрял в этом углу. Ладно, смотри. Представим, что на этом моменте ты сразу запрыгнул. Да. Ну, тут это тяжело контролить. Все, я сдался. Знаешь, если это сразу не получается, то уже и не хочется, чтобы это получалось. Ну все, давай. Вот тут мы типа вставим, как будто это. Полегче, слышишь? Тут, короче, надо это, рестарт делать, потому что я еще и потерял все хп, мне уже тут не добежать. Никак. Блять, как бы я хотел поменяться ролями на первой мапе, чтобы тебе туда запрыгивать, это такой бот. Да я, понимаешь, я ее не знаю толком. Все еще нужную лечилку взял. Да ёбаный в рот, что со мной произошло? Ну, все равно, да? Ну, ладно. Ну, в принципе, моя роль тут все равно, я могу позже. Успеваешь там, ты как бы еще. Да я-то да, я там жду обычно в кинотеатре. Отлично. Я уже просто детские ошибки тут. Че, не в ту сторону дверь открылась, ну ладно. О, тут армор еще был, о, я совершенствуюсь. Отойдите, блядь. Ой, Илюха. О, ты тоже уже здесь. Собственно, я мог это один сделать за столько же времени, только я быстрее бы взлетел, блядь. Чё ты там дрочишь? Так, окей. Блин, ну мне хотя бы это нравится, что мы проходим без этого. У меня 100 хп, 100 армора, так что давай, сейчас так, нормально. Я за... открываю. Давай, я за той картой бегу сразу. Блять, меня ебнуло. Но я зато тебя прикрыл. Да. Ты не знаешь, где красная карта, да? Я помню. Справа под баром. Теперь самое важное то, как ты туда залетишь. Итак. О, получилось с первого раза, да? Все, открывай это занавеску, я буду запрыгивать. Блять, давай так быстрее. Зачем тебе сюда запрыгивать? Вопрос. Ну, я хотел тоже поучаствовать. Но то, что туда залетел с первого раза, это достаточно. А что, кнопка-то нажмется, нет? Как ее нажать? Она не нажимается. Ну и сколько мы потратили? То есть на самом деле не очень много, а если бы еще. Типа, мы можем за минуту, мне кажется, оба этапа пройти, если... Ну, даже если... У меня что-то кнопка не жалась, на самом деле.
Не знаю, е-е. Но она иногда долго нажимается, там анимация такая паршивая. Но что с этим уровнем делать, я не помню, короче, тут уже надо смотреть. Да, это этот этап забей. Мы в тот раз, блин, мы, мне кажется, на него больше времени вообще потратили на этот уровень. Да, мы где-то, наверное, минут 40, блядь, тупили. Но. Я даже сейчас не помню вообще, что там делать. Да, там надо выстрелить в верхнюю какое-то окно за календарь, тогда откроется подводная лодка. В общем, мы свою часть прошли, которую мы любим и ценим на этом. Вообще довольно быстро. Да, ну ладно, давай, короче. Все, давай, пока.